Всем привет! Сегодня снова будем говорить про мобильные приложения. На этот раз поговорим про юнит-экономику. И что это такое, и зачем нам нужна, и как ее правильно рассчитывать и пользоваться. Ну а давайте сначала познакомимся с теми, кто здесь первый раз. Меня зовут Ярослав, я старший BI-аналитик в компании Tango. Tango — это такой стриминговый сервис для лайв-стриминга с посетителями, как бы уникальными посетителями, дневными посетителями, около 600 тысяч в день. Собственно, а как и у многих аналитиков, мой бэкграунд не полностью айтишный. Я начинал в науке, вообще в биотехнологии, потом занялся IT э, в биологии и дальше продолжил свой путь в различных областях аналитики, геймдев, поведение пользователей, и вот сейчас я занимаюсь BI, то есть бизнес интеллигенс аналитикой. И э, основная тема нашего вебинара сегодня это юнит экономика. А что же это такое? Ну и давайте начнем, наверное, с самого простого определения. Это, в общем, э, сколько мы тратим на привлечение пользователя и сколько зарабатываем. И, соответственно, какая между этим разница. То есть при, при, имеет ли для нас экономический смысл наша деятельность нашего приложения. И, собственно, вот сколько мы тратим, это чаще всего, например, cost per acquisition такой параметр очень часто встречается во многих источниках. Ну и э, когда мы говорим, сколько мы зарабатываем, мы э, чаще всего, нам стоит считать не чистый доход, который часто называется как revenue, а так называемый contribution margin. Это разница между тем самым доходом на нашу единицу, где единица — этот пользователь, или, ну, что-то, в общем, какая-то единица нашего приложения, но чаще всего это пользователь, и какие-то переменные затраты на этого пользователя. Но это все звучит достаточно сложно, поэтому мы можем взять так называемый параметр LTV, то есть Lifetime Value. Это вся ценность, которую пользователь принес за время жизни в нашем сервисе, приложении и чем-то подобном. И, как всегда, кто был на прошлом вебинаре, помнит, что у нас есть правило, что наше LTV должно многократно превосходить наш Customer Acquisition Cost. Также можно чуть-чуть усложнить расчет и использовать формулу, которая находится вот на слайде перед вами. Собственно, она включает в себя User Acquisition, это число привлеченных пользователей в когорте. Да, если вы обратите внимание, здесь все, все расчеты будут как бы, применительно к когорте. Когорта пользователей — это... Uh, в общем-то, группа пользователей, которая объединена по какому-то признаку. Чаще всего это пользователи, которые зашли или там, зарегистрировались, инсталировали наше приложение в определенную дату и из определенного источника там, рекламы или какого-то привлечения. И также мы здесь снова рассчитываем наш cost per acquisition, uh, ARPU, или Average Revenue Per User, это, собственно, доход, который uh, наш пользователь приносит нам вот, как бы, средний доход с привлеченного пользователя в когорте. Ну и профит. Собственно, это чистая прибыль, это объем денег, который мы зарабатываем с этой когорты, пользователи за вычетом расходов на вот, собственно, себестоимость сделки или вот наши, как бы, в общем, привлечение пользователя. Соответственно, сейчас пройдемся по нашим любимым метрикам. Здесь будет некоторое количество метрик, из прошлого вебинара, они не совсем напрямую относятся к юнит-экономике, но их важно учитывать и считать, когда мы э, говорим о юнит-экономике. Ну и, соответственно, наша э, базовая формула, это, собственно, наша э, прибыль, это равно, э, равняется доход минус затраты. Как бы все, кто хоть как-то изучал экономику, знакомы с этой э, формулой. Э, соответственно очень важный показатель для наших пользователей — это retention. Это, собственно, удержание пользователей. Это retention на n день — это процент пользователей, пользователей, которые воспользовались нашим приложением на n день после установки. И чаще всего оценивают retention на первый день, седьмой день и 28 восьмой день. Почему так? Первый день понятно, что люди установили это приложение, что-то там сделали, и вернутся ли они туда. Это в целом покажет, насколько нашим пользователям вообще их первое впечатление заставило воспользоваться нашим приложением слова. В общем-то, семидневный ретеншн подсказывает нам, в какой мере у пользователя, как бы, может быть, у него появилась какая-то ценность какие-то зацепки, в общем, что-то ему интересно в нашем приложении, нужно стал пользоваться чаще. Ну и 20, uh, 28 дня или там, иногда 30 -го, говорит нам о том, что в целом наш пользователь нашел какую-то ценность, он возвращался, uh, ну то есть, в общем, uh, он через там, 28 дней или меньше вспомнил о том, что у него есть это приложение, и туда вернулся. То есть он уже мы можем сказать, что у него есть какие-то привычки, связанные с нашим сервисом, с нашим приложением. Соответственно, когда мы, например, вот э, изначально, когда обсуждали, э, начали обсуждать юнит экономику, если мы правильно, привлек, привлек, правильно привлекаем правильных пользователей, у них должен быть относительно высокий ретеншн. Эм, ну и, соответственно, естественно, конверсия. Без конверсии никуда. Их куча разных из одного в другое, но чаще всего люди говорят конверсии покупку, в регистрацию. То есть, ну, естественно, мы, поскольку говорим про экономику, говорим про конверсии в платеж. Соответственно, если у вас есть так называемый flow каких-то фичей функциональностей в вашем приложении, эти конверсии покажут вам, насколько пользователям удобно или насколько они, скажем так, правильно пользуются, умеют. То есть, насколько вот здесь после третий пункт, это механизм пользовательского опыта, ожидания и реальность. То есть, вот вы проектировали приложение, вы думали, что они будут пользоваться им вот по какому-то одному сценарию, а если вы видите, что юзеры, там, у вас всего в вашем пользовательском сценарии, там, допустим, чтобы сыграть в какую-то игру внутри вашего приложения, нужно пройти три табы но основная часть пользователей отваливается на второй из трех, то, возможно, в этой табе есть какие-то проблемы. Возможно, там кнопки неудачно расположены, или там после этой табы, э, вкладки табы начинаются долгие загрузки. Что-то, в общем, происходит не то. Что, например, вот в этой воронке у вас очень низкая конверсия в этом месте. Или, например, слишком высокая. То есть это повод обратить на это внимание. И так называемый churn rate – отток пользователей из приложения. Это, естественно, нехорошо. Никто не любит, когда пользователи уходят, но, тем не менее, они уходят. Соответственно, меньше, чем меньше черн, тем лучше. И есть куча методов, целых направлений в аналитике, как нам его снижать, анализировать и понимать. В целом, если, например, вы, ну, например, высокий черн, это не всегда плохо. Например, если вы разрабатываете какую-то мобильную игру, где и предполагается, что человек, в общем-то, зайдет и там, пару раз в нее сыграет, пару-тройку раз сыграет, посмотрит рекламу и все, то может быть там то, что как бы, люди будут черниться очень много из, 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 такого, из такого приложения, не значит, что оно плохое. Опять же, тут надо учитывать изначальную как бы, проектировку сервиса, для чего он вам был нужен и исходя из этого строить вашу юнит экономику и там модели привлечения новых пользователей и оптимизировать под это стоимости об этом также поговорим чуть чуть дальше соответственно показатель который я уже раньше упоминал LTV или lifetime value это собственно как бы некоторая прибыльность ценность пользователя на протяжении всего э, использования приложения формула для расчета LTV в интернете находится великое множество, э, я решил привести одну из самых простых. То есть это Average Revenue Per User э, на, умножить на Lifetime. Где Lifetime — это средняя продолжительность использования предложения, ну, обычно в днях, например. И м -м, здесь я снова привел на слайде, что нам нужно, чтобы наш LTV был больше, LTV ну, был больше, чем э, стоимость привлечения э, каствера. Потому что иначе, если мы, например, будем разворачивать какие-то наши компании и захотим масштабировать наше приложение, то есть может возникнуть такая ситуация, что наш LTV, скажем, 100 рублей, а стоимость привлечения пользователя 99 рублей. И вроде бы LTV больше на 1 рубль, но как бы если мы захотим посчитать, сколько нам нужно привлечь пользователей, чтобы наше приложение стало ну, как бы выгодным, то есть сюда нужно учесть там все-все-все наши расходы, зарплаты и так далее, то получится, что, ну, как бы слишком много, и не у всех есть на это ресурсы, время и, как бы, возможности. То есть в целом хорошо, когда оно много больше, вот этот вот значок, две таких галочки, это значит, что много больше, то есть, например, там, в полтора, в два, в три, в 10, не знаю, в 50 раз очень хорошо, наверное. Но такое тоже редко бывает. Также важный показатель это в целом покупки и в особенности первой покупки. Потому что это показывает нам, что в целом люди вообще готовы что-то. То есть, придя в приложение, они никогда ничего не покупали, например, в нем, и, наконец, купили. И очень хорошо понимать, когда это происходит, на какой день какой процент от всех новых юзеров, например, в когорте, что они пришли, вот, например, там, первого числа каждого, первого числа этого месяца, и из них, там, один или, там, три процентов, они, как бы, совершили эту самую первую покупку для себя. Это может нам указать на то, как качество, так скажем, платежное этой когорты, и дальше как-то оценивать деятельность нашей там, рекламной кампании по привлечению таких же пользователей и, там может быть, источник нашего трафика. Это реклама, с помощью которой мы там привлекаем данную когорту. Также количество первых покупок э, указать на особенности или, может быть, плюсы или минусы нашего так называемого монетизейшн флоу. То есть механизма в приложении, который, скажем так, склоняет, помогает э, пользователю совершить эту покупку. Почему это важно, особенно в, когда мы говорим о первой покупке, потому что есть очень большое количество эмпирических данных. Ну и, наверное, каждый из вас, когда э, начинал пользоваться каким-то сервисом, если вы уже решили что-то оплатить там одна, один раз или оформить подписку, то, скорее всего, вы э, с очень большой вероятностью, вы сделаете это снова, или, будь, или ваша подписка останется, и вы будете ее продлевать, продлевать. То есть, например, вы там, захотели подписаться на какой-то онлайн-кинотеатр, и, в общем-то, вы думали, думали, смотрели, и там выходит ваш любимый сериал, и он будет идти несколько месяцев, и, соответственно, как минимум несколько месяцев будете продлевать эту подписку. Или вы начали играть в вашу там, любимую мобильную игру, и там есть какие-то внутри игровые покупки, которые вам, скажем так, улучшают ваш игровой опыт, поэтому вы будете их совершать. Вы купили один раз, вам понравилось, вы увидели себе ценность, получили удовольствие и захотите сделать это еще, еще, еще. Ну и метрика, которую можно э, отслеживать, наверное, вот как бы daily active purchasers, то есть количество уникальных, э, то есть активных, то есть людей, которые хотя бы одну покупку в день совершили. Это в целом говорит о том, насколько хорошо как бы хорошо себя чувствует относительно там всей массы и вообще где-то общие номера, ваши э, цифры, ваша общая платящая аудитория. То есть, например, если они будут как-то ненормально расти, возможно, это знак того, что в вашем приложении завелись мошенники, потому что, и, ну, как бы если вы ничего для этого не делали, и вдруг резко у вас в два раза увеличивается платящая аудитория, это повод задуматься о том, что, возможно, что-то идет не так. То же самое, если она как-то драматически падает вниз. Чаще всего это может говорить о том, то есть э, если вы занимаетесь аналитикой, вы, естественно, чаще всего вы непрерывно взаимодействуете как с менеджерами, так и с разработчиками. Например, если у вас резко-резко падает количество людей, которые совершают покупки в вашем приложении, здесь можно даже эту метрику мерить, например, не, не днем, а каждый час. Соответственно, это повод обратиться к разработчикам, потому что, возможно, какой-то релиз вашего приложения, что-то в, скажем так, в коде, который отвечает за монетизацию, покупки, что-то могло сломаться, а, соответственно, если сломалось, это нужно быстро чинить, потому что вот как бы ваш сервис напрямую может терять деньги, а как бы без денег любому сервису, который гонится за выручкой и прибылью, ему будет очень грустно. Ну и, соответственно, ревеню. Выручка — это, естественно, наверное... Если можно выбрать там одну, две, три метрики, это будет, наверное, вот количество юзеров и ревеню. Это то, что очень любят так называемые директора, C-level executives, то есть SEO, CFO и другие. То есть можно сразу просто показывать э, один этот график и в целом он много кого э, удовлетворит, и, как говорится, одной цифрой покажет вам состояние ну, какое-то общее состояние вашего приложения. И, эм, соответственно, выручку ее опять же хорошо сегментировать по платформе. Например, ни для кого не секрет, что э, для тех, кто интересуется аналитикой, разумеется, что э, пользователи, у которых есть iOS устройство, они в целом гораздо более платежеспособные по разным причинам чем пользователи android устройств но их обычно меньше то есть возможно если вы планируете там, установить относительно высокие цены на ваши внутриигровые покупки то возможно вам там стоит больше усилий сконцентрировать на ios пользователях потому что эти люди с большей готовностью согласятся сделать более дорогие покупки то же самое касается платежных, систем, Например, сейчас в iOS нет такой возможности, но на Android в некоторых приложениях вы можете оплатить через встроенные сервисы Google, по-моему, они называются Google, да, Google Pay, Google Play, либо подключить собственные системы через ну, карты сторонних банков и просто платежные системы, типа там, они называются PayPal, SafeCharge. И их очень много разных. Это зависит уже от там, вашей стратегии. Ну и, естественно, по стране. Потому что э, страны, к, к сожалению, различаются по уровню жизни. И там, условно говоря, пользователи из Северной Америки будут очень сильно отличаться по своему платежному поведению. Ну и по количеству и по сумме дохода, который они вам приносят, чем пользователи, например, из Индии. То есть э, вам, например... Возможно, в какой-то момент будет выгоднее гораздо сконцентрироваться на том, чтобы получить 100 пользователей Северной Америки, чем 10 тысяч пользователей из Индии, потому что у них будет принципиально разная платежеспособность. Ну и, в общем-то, здесь на графике видно картинку, которую я использую сам в работе. Это uh, total revenue по дням и uh, скользящая средняя нашего, нашей выручки за 7 дней. И почему так нужно, например, делать? Потому что здесь мы видим, что вот голубая линия колеблется, а средняя, она более гладкая. И почему их хорошо видеть вместе, например, мы сразу видим, что когда, в какие дни у нас э, вот наша выручка сильно колеблется, и в целом, если мы видим, что она колеблется так же, как, бы, как она обычно колеблется, допустим, она растет в выходные, потому что у нас развлекательное приложение, и там падает чуть-чуть в будние дни, что в самом себе нормально. Люди больше работают, меньше развлекаются. Ну и наоборот. Эм, соответственно, то, что я уже упоминал, две после ревеню неразрывные метрики это ARPU и RPPU, собственно одна говорит нам про средний ревеню на э, просто юзера, а другая говорит на платящего юзера. И почему их нужно считать м, одновременно? Потому что из этих двух цифр можно получить много полезной информации. Во-первых, эти две метрики они э, как бы так в общем, показывают оценку состояния вашей э, базы пользователей вашего приложения и платящей в частности. Потому что, например, вы решили изменить как-то цены, понизить, э, там, повысить. И э, вы видите, что, например, в среднем ваш ревенью э, per user мог упасть потому что вы цены подняли, но ревенью на платящего юзера возрос, потому что те люди, которые были согласны на более низкие цены, они в итоге стали не против, потому что вы как-то оптимизировали покупки, то есть вы, начали, вы увеличили цену, но и, там, скажем, какие-то бонусы, которые они получают за свои деньги, вы тоже увеличили. И, соответственно, какая-то часть людей с этим, платящих пользователей, она с этим согласилась, и вы как бы повысили качество своих платящих пользователей, и это тоже можно использовать в дальнейшем для привлечения новых. То есть это все в сторону, это все еще все про юнит-экономику. Что, например, когда вы будете привлекать пользователей, вы можете настроить рекламу на то, чтобы платить деньги этим рекламным сетям сервисам за людей, которые совершили покупку. То есть не просто зарегистрировались, а именно уже что-то купили. Потому что как бы вы провели какие-то эксперименты, посмотрели на эти метрики и поняли, что вы можете, например, на 20% поднять цены и э, ничего не потеряете. То есть, то есть, в общем, ваш ревень не упадет, но просто немножечко изменится его структура. И также, соответственно, этот ARPU, RPPU можно делить по сегментам аудитории. Например, его можно делить по половому признаку, по-возрастному чаще всего, то есть если у вас там игра для детей, подростков, там, соответственно, они могут как бы, можно там как-то играть ценами для них, если более взрослые люди, то, соответственно, тоже выстраивать свою политику, исходя там из каких-то особенностей, которые вам расскажет маркетинг или там какие-то продукт менеджеры у них возникнут какие-то продуктовые идеи. Ну и, соответственно... Как я уже начал с этого, это в целом изменение этих характеристик также в обратную сторону скажет о ну, даст вам полезную информацию о вашей ценовой политике. То есть, возможно, ваши цены занижены, возможно, цены завышены. То есть, когда вы увидите какие-то значимые изменения в этих двух показателях, вам все э, станет более понятно, чем без них. А, ну и, соответственно, очень здесь важно заметить, что просто арпу это не, как бы, лучше считать его на какой-то определенный день. Почему? Потому что, когда вы привлекаете пользователя, он э, заходит в ваше приложение, и он не уверен, и, как бы, нужно ему тратить деньги, зачем. То есть, э, здесь лучше, как всегда, использовать первый день, седьмой э, и тридцатый. То есть... Э, Возможно, не все готовы совершать покупки в первый день, но они уже неделю попользовались вашим приложением, поняли, что оно им нравится, нашли место, где нужно как-то потратить деньги, и они хотят это сделать. А уже, например, к 30 дню ваши вот эти вау, дау и мау, это, соответственно, daily active, weekly active и monthly active users, они... Как бы ну, вот на, на разных промежутках времени эти люди смогут понять, что э, для них есть какая-то ценность, и возможно, они уже совершат покупку один раз, не один раз, э, разное количество. То есть зависит опять же от вашего приложения. Если, например, это вот, подписочная модель на какой-то кинотеатр там, скорее всего, будет подписка раз в месяц, и вам соответственно арпу первого дня может мало что сказать, потому что у вас daily active users. Может быть много, но как бы далеко не все из них каждый месяц, естественно, покупают подписку, потому что у кого-то она уже есть, они просто ее смотрят. Также, что важно? Average Price, Average Check, это то, что тоже мы очень любим. Это, соответственно, какая-то средняя покупка, которую совершают в вашем приложении. И как и в целом... Вообще то, что называется orders, или там часто в некоторых дашбордах, dashboard, статьях это purchase count. То есть вообще общее количество покупок. Сколько их совершают в вашем приложении? То есть, возможно, например, если их просто в целом там, совершают мало, это также говорит о том, что, возможно, их неудобно совершать, там какие-то баги, и проблемы. Но в целом, например, если их количество растет, но там в общем это не сильно сказывается на вашей прибыли, возможно действительно вы э, провели неправильную там ценовую политику, у вас слишком низкая цена и возможно вам логично ее повысить. Ну и соответственно что хорошо здесь посчитать это average там payment или даже purchase лучше наверное сказать э, э, count, то есть соответственно среднее количество покупок на э, платящего пользователя. То есть например если вы знаете что ваш пользователь в среднем там, за месяц, за день, ну, лучше, наверное, да, за месяц, за неделю посчитать, он, ну, зависит, опять же, от логики приложения. Если он совершает в среднем 4-5 покупок в месяц, то вы сможете э, понять, например, с вашим менеджером, что вот фу, точно люди, те, которые платят, не совершают 4 покупки, и, например, после 4 покупки можно предлагать им скидку. И те люди, которые уже готовы платить, для них это будет приятно, потому что они уже готовы платить, но они не видят скидку, и, возможно, они будут совершать еще и там четвертую или пятую покупку. Там. И это положительно скажется на, опять же, юнит экономики вашего приложения. Вы на пользователя будете еще больше зарабатывать. А, ну и, соответственно, дальше мы, мы поговорили про ревенью, теперь поговорим про косты или наши а, какие-то расходы. То есть есть вот формула такая достаточно большая на слайде, которая включает в целом все, в себя там много показателей. Сейчас мы по ним чуть-чуть пойдемся в глубину и рассмотрим каждый из них. Соответственно, например, вот наши маркетинг costs. Это то, о чем я уже достаточно много поговорил до. Основные два здесь параметра — это cost per acquisition и customer acquisition cost. Соответственно, разница может быть очевидно, что э, у нас есть цена за привлечение пользователя, то есть мы просто как бы можем посчитать, сколько стоит заставить, ну как заставить, предложить э, э, какого-то человека установить наше приложение, допустим. Чаще всего это э, все эти сети привлечение пользователей основаны на установках и на э, покупках. То есть можно сейчас есть такие сервисы, которые, например, называются там Google Аналитика, Apps Flyer и так далее. Они могут. Вы можете встроить их код в ваше приложение и говорить рекламным сетям, что мы платим вам только в тот момент, если, когда пользователь в нашем приложении совершает покупку. Тем самым рекламные алгоритмы будут давать вам только качественных пользователей с точки зрения как где качество это э, наибольшая вероятность совершить какую-то покупку потому что естественно вы в рекламу вкладываете деньги вы хотите их максимально вернуть себе обратно еще и приумножить ну и соответственно если вы видите что у вас э, например cost per acquisition достаточно низкий но например высокий customer acquisition cost это может говорить о том что в целом возможно ваша компания ну не очень оптимальное, что вы мало платите, но вы мало платите за кучу, скажем так, бесполезных пользователей, потому что они просто там приходят в ваше приложение, ничего не покупают, ничего не делают, ну и как бы они просто, скажем так, мертвым грузом расходуют ресурсы вашей инфраструктуры, потому что она тоже, естественно, не бесплатная. Как бы, соответственно, можно здесь, наверное, увеличить, например, эту цену за пользователя. И э, тоже как бы здесь, но здесь нужно будет ее уже аккуратно настраивать, чтобы не ошибиться. Потому что, например, вот с той же самой Customer Acquisition Cost можно очень сильно, э, скажем так, обжечься, потому что вы можете сказать, что вот, окей, э, мы будем платить вам за любого платящего пользователя, там, скажем, не знаю, 100 долларов, но и действительно рекламная сеть вам будет направлять таких людей, которые заплатят вам, но они будут делать покупку там в 1 доллар. И, соответственно, уже ну, не очень это сходится. Но здесь нужно учитывать, что не всегда высокая стоимость э, скажем так, привлечение платящего пользователя, это плохо, потому что очень часто э, расходы на вот этот маркетинг, на привлечение пользователей окупаются далеко не сразу. То есть, условно говоря, если вы привлекли э, там, сколько-то платящих пользователей в вашу когорту, то, возможно, просто им нужно дать еще, скажем так, время э, на то, чтобы понять, э, не знаю, принять, смириться с тем, что они будут пользоваться вашим приложением, и э, в какой-то момент они поймут, что им комфортно платить, они найдут для себя ценность, и вы вернете свои деньги просто не сразу. Как бы это, для, ну, но для этого, естественно, нужно мониторить рекламные кампании, там, ну, условно говоря, ежедневно и следить за вот этими показателями, чтобы не как бы, тратить свои деньги впустую. Здесь тоже еще такой важный есть показатель, это то, что называется costs of good sold. Это в целом себестоимость нашей продажи, то есть затраты, которые мы тратим на продажу. Это, наверное, затраты зарплаты сотрудников, вот оплата каких-то дополнительных сервисов, э, рекламных сетей, ну то есть потому что тоже условно говоря мы как бы продаем какие-то, ну допустим мы скажем так продаем покупки в приложении, но при этом мы естественно тратим на э, рекламу, тратим на зарплату сотрудников, на там кучу разных э, вещей, там в деталях рассмотрим. То есть здесь можно вывести такие как бы метрики, как first sale, COGS, это, например, вот расходы на получение первой продажи. То, о чем мы с вами говорили, что, возможно, иногда расходы на первую продажу стоит увеличить, если у вас есть гипотеза о том, что вот если вы уж человека заставили платить, допустим, подписочная модель, и неважно, даже если, например, вот вы заставили человека, там, условно говоря, там, потратили тысячу рублей на то, чтобы купить его подписку за 990, там, 900, 900 рублей, вы как бы кажется, что потеряли, но, например, если, вы, если этот человек будет подписан на вас весь следующий год, вы многократно вернете себе эти деньги и в итоге будете очень в выгодном положении. Ну и здесь можно испытывать вот эти вот фикс, так называемый кокс, это... аренда офиса, зарплаты, оплата сервисов, потому что под оплатой сервисов, например, тоже сюда можно включить оплату инфраструктуры, потому что, например, вот в приложениях для стриминга э, качество потокового видео, которое шлется по всему миру, оно может слаться, условно говоря, из любой точки в любую точку, тоже стоит значительных денег. Ну и сами понимаете, разное качество, если, например, вы там стримите просто в HD, это один поток данных и одна стоимость, потому что сейчас облачные технологии, они обычно все вам э, считают, облачный сервис, например, того же Google, они все считают за так называемые мегабайты, которые путешествуют туда-сюда по интернету. Соответственно, если вы понимаете, что у вас есть хорошие платящие аудитории в какой-нибудь стране, то вам имеет смысл э, туда направить больше ресурсов, то есть туда в первую очередь, например, там... Э, скажем так, довести, как говорят разработчики, там, не знаю, 2К стриминг или Full HD, или там добавить больше серверов, чтобы стабильность была, и чтобы, так сказать, пользователи вот из, так скажем, платящей страны, платящего сегмента получали более качественный опыт, и, соответственно, из-за этого они будут вам больше платить. Соответственно, это тоже, ну, все вот эти вот так называемые косты или затраты, надо учитывать. А, ну и э, в целом важно, есть такая известная в экономике, в бизнесе такая показатель, маржинальность, это, собственно, показатель прибыли какой-то компании, ну или, в нашем случае, приложения. это в общем стоимости товара, например, выженный в процентах. То есть, например, если мы говорим, что у нас маржинальность это 10%, то, э, условно говоря, мы говорим, что вот на каждый, скажем так, если мы что-то продали на рубль, то мы с этого себе вот в карман кладем 10 копеек. Ну и формула вот одна из многих тоже она на слайде. Собственно, в заключение можем, наверное, сказать следующее, что вводить и объяснять юнит-экономику лучше все-таки простыми словами. Лучше там вот всего, как я начинал, двумя терминами. Что, условно говоря, мы тратим 100 долларов, вот здесь, и зарабатываем 200. А вот считать ее стоит максимально детализированно, потому что э, все хоро... когда э, стоит быть на стороже в любом, э, вам как аналитикам, стоит на стороже быть в любой ситуации, потому что когда все слишком хорошо, в целом, э, возможно, все могло бы быть еще и лучше. Ну и, естественно, когда все плохо. Для этого нам стоит иметь максимально детализированные расчеты, то есть рассчитать все по когортам, по источникам трафика по странам, по, может быть, ну, технологиям или платформам, чтобы видеть э, вот, места, в которых у нас могут быть проблемы. Например, мы слишком дорого или слишком дешево покупаем юзеров. Или у нас слишком низкая конверсия в платежи. Или слишком низкая конверсия в первые платежи. Потому что вот максимальная детализация, она людям, которые будут работать, собственно, с этим, маркетологами, аналитиками, менеджерами, менеджером, она подскажет, куда как же действовать лучше. Ну и, соответственно, будьте гибкими. Например, то есть меняйте параметры этого расчета под ваши задачи. Если у вас вам нужны быстрые там, результаты, вы какой-нибудь небольшой стартап, то лучше действительно просто посчитайте LTV и Customer Acquisition Cost, сравните их и, не знаю, пользуйтесь только двумя цифрами что, возможно, они, как бы, в данном случае вам скорость принятия решений вас больше спасет, чем если вы будете 10 дней детализировать свои расчеты. И, ну, что, наверное... Важно это иметь всегда такой дашборд, ну, то есть какое-то такое программное средство, кто хоть как-то был связан с аналитикой, понимает, дашборды — это, в общем-то, собственно, такое интерактивное табло, не знаю, чаще всего с помощью какого-то веб-сервиса, который вам показывают все ваши циферки, которые меняются там в реальном времени или с какой-то заданной периодичностью. Ну и, соответственно, сделайте дашборд там с вот этими расчетами с разной степенью детализации. То есть, например, если это, скажем так, дашборд для всех или там для каких-то старших менеджеров, то там могут быть более агрегированные, более общие метрики. Если это там дашборды для маркетологов, для других аналитиков, для менеджеров, то там уже можете углубляться в большую детализацию, потому что это будут ровно те люди, которые будут разбираться с этой детализацией, если что-то идет э, не так. Ну и да, естественно, еще всегда помните, что LTV должен быть много больше Customer Acquisition Cost, потому что с этим, если у вас будет так в сервисе, то, скорее всего, 9 из 10 у вас все будет хорошо в плане вашей юнит-экономики. Она так, так называется, что будет сходиться. Э, на этом, наверное, хочу поговорить вас за внимание. Э, вот на сайте, на слайде есть ссылки на наш сайт и группу ВКонтакте. Присоединяйтесь, там, следите за нами. У нас будет анонс еще других вебинаров, других статей и курсы. И там, в общем, интересно, заходите. Ну или если, например, у вас какие-нибудь есть там еще вопросы дополнительные, вот можно мне контакт писать, я, скорее всего, вам личное сообщение, что-нибудь отвечу. Может быть, не сразу, но точно отвечу. И, наверное, давайте сейчас я достану телефон, будем смотреть вопросы, которые вы можете задавать, наверное, прямо к трансляции на YouTube. Сейчас я их открою. Так, ага. И, наверное, давайте... Так, тут чуть запаздывает, соответственно. Чат, паблик Так, сейчас загрузится. Есть ли у нас вопросы? Так, я вижу, что есть участники, но не вижу. Но не вижу чат. Так, если есть вопросы, то пишите их, видимо, туда. Так, у нас там видно? Есть у нас вопросы какие-то? Вопросов нету. Ну, давайте, если вопросов еще подождем их 5 минут, если вопросов не будет, то на этом будем заканчивать. Если эм, вопрос появится, соответственно, я на них отвечу. Вот. Может быть, как э, у вас есть какие-то так вопросы? Спасибо за вебинары. Вопрос такой: какой BI-системой пользуетесь, табло, Power BI или что-то еще? Можете что-то посоветовать из литературы? Для более подробного изучения. Э, спасибо за вопрос. Э, Илья отвечу по порядку. BI-системами я пользовался разными, о них великое множество. Если, соответственно, вы хотите э, научиться, то, наверное, начинайте с простых и открытых. Есть, например, Redash, есть. Э, э, Открытый, да, это рядаж есть, э, но они бесплатные, ничего не нужно, это open source. Соответственно, из платных есть, наверное, если у вас есть возможность, то можно скачать 30-дневную бесплатную версию табло. Э, Power BI, не знаю, мне кажется, он слишком медленный и не очень функциональный, но это лично мое мнение. Возможно, есть люди, которые считают, что Power BI это лучшая в мире система для... Построение дашбордов. Ну, табло, наверное, из платных самое лучшее, самое широкое использование, используемое, потому что там она фактически избавляет вас от, скажем так, нужды писать код, потому что раньше, вот, например, когда я работал в науке, мы пользовались таким как бы пакетом, такой библиотекой для языка R, который называется Shiny. Можете погуглить Shiny Apps это как, ну, блестящий по-английски. В общем, в целом вы там пишете код на языке R, ER, очень простой, и она в любой нужной форме все, вам все визуализирует. Очень красиво, очень много пакетов, но, к сожалению, вам нужно там прям писать код, чтобы это все отрисовывалось, было красиво и так далее. Там. запускать свой специальный сервер, который будет вам дашборд отображать. Табло хорош тем, что там все, все, все вообще работает быстро, прекрасно. Ба любая база данных, спредшит, Google подключается в 4 клика, но он не дешевый, скажем так, для личного использования. То есть, скорее всего, если вы, э, там, ваша компания может себе позволить несколько лицензий табло, то, э, скорее всего, действительно лучше этим воспользуйтесь. Если нет, то обратитесь к любой open-source, бесплатной реализации, Потому что. Ну, да, вот я вспомнил, я хотел имел в виду, это библиотека на Python Называется суперсет. Вот есть редаж и суперсет, они бесплатные, открытые, можете ими пользоваться. Э, как бы так, второй вопрос. Да, посоветовать что-то из литературы для более подробного изучения. Ух, э, На самом деле можно просто ввести в поиске Google Unit экономика, и вы провалитесь в кучу-кучу разных статей. Uh, на самом деле, можно весь мой вебинар заменить статьей на, в блоге Go Practice. Это блог Олега Якубенкова, такого очень известного аналитика, который называется Юнит экономика за 30 слов. И это очень там, как бы на это, в этом блоге куча классных статей по аналитике и помимо, не касающихся юнит экономики, но вот та статья она мне очень понравилась. Я, собственно, с, с этой статьи начал интересоваться юнит-экономикой. Uh, вот. Но в целом, как бы, вот Go Practice, если на русском языке рекомендую, там этот блог, там в нем масса всего интересного, можете прям читать, зачитываться. Так, есть еще вопрос от Анны. Существует ли волшебный стандарт для ретеншн? Например, 3 для ретеншн, та-та-та-та-та, это вероятнее всего плохо и все умрут. Эм, смотрите, э, наверное, вы для каждого, для своего приложения можете понять ваш, ну, как бы ваш, вашего приложения, личный стандарт ретеншена. Э, то есть, ну, бывает то есть, оценить просто несколько когорт пользователей. Вот, например, они там первого числа м, там, зарегистрировались, и у них там на первый день был такой ретеншн, на седьмой такой, ну или просто построить прям по каждому дню ретеншн, такой как бы увядающий график получится, то есть с течением времени все меньше и меньше юзеров будут там возвращаться в ваше приложение, это нормально. И отсюда, если вы простроите несколько таких когорт, там может быть даже желательно похожих друг на друга, вы э, какую-то среднюю такую сферическую вакууме цифру сможете понять. То есть надо на самом деле смотреть э, от типа вашего приложения. Я уже говорил. Если, например, у вас, э, допустим, э, допустим какое-нибудь новостное приложение, вот если бы у нас с вами была какая-нибудь интернет-газета, и у нас было бы приложение, где мы каждый день бы публиковали новости, то для нас был бы действительно важен там, ежедневный вот ретеншн там, и первого дня, и любого. Нам было бы важно, что у нас и DAO было бы все, потому что как бы, суть использования приложения была бы такой, что люди постоянно должны туда заходить, в идеале там, каждый день или каждый час смотреть новости. Соответственно, там был бы другой бейслайн, то есть базовый уровень ретеншна. Если, например, это приложение для покупки авиабилетов, то так называемый у нас здесь есть вообще rolling retention, то есть например это абсолютно нормально покупать авиабилеты раз в месяц или раз в два месяца и там, как говорится, если человек зашел там зашел один раз а потом в следующий раз зашел через два месяца это вообще хорошо и все счастливы, потому что как бы там просто норма пользоваться этим приложением ну через большие промежутки времени, то есть поэтому здесь наверное э, волшебных стандартов не существует, потому что у всех свои, свои стандарты. То есть, в первую очередь, надо поставить себя на место пользователя и понять, а вообще, как часто я должен, то есть гипотезу выставить, как часто я должен возвращаться в это приложение. И, 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 и должен ли вообще, если оно совсем плохое, может, мне не понравилось, я вообще никогда им не буду пользоваться. Вот. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. И, если есть еще вопросы какие-то, я тоже на них отвечу. Так, вроде пока нету. Давайте еще подождем несколько минуток и будем тогда заканчивать. Угу. Так, ну, давайте сейчас 14 минут, давайте подождем до 16. Если никто не задаст вопросы, то будем заканчивать плавно. Может быть вы уже сталкивались сами с расчетом вашей юнит-экономики, но, скорее всего, вы считали LTV или затраты на рекламу, если нас, нас смотрят какие-нибудь маркетологи, возможно, это они могут что-то в чат добавить, потому что чаще всего я сталкивался с вот этими задачами, когда помогал нашему отделу маркетинга. То есть для них, потому что это очень важно, то, что когда ты как бы запускаешь кучу компаний, и часто там в относительно больших приложениях, например, в нашем, это ну и там в многих других социальных апах это там сотни тысяч долларов, естественно, лучше, чтобы мы их тратили осмысленно. Поэтому там эти показатели имеют очень большое значение. То есть это к тому, что правильный расчет юнит-экономики может как э, осчастливить ваших маркетологов, так и очень сильно их расстроить. Поэтому, ну а от того, как отработают ваши маркетологи, в целом, в том числе и будет зависеть успешность всего сервиса. Поэтому... Э, вам как например будущим или текущим аналитикам в целом тоже важно очень понимать эти метрики и как устроены эти расчеты и как, бы как оценивать эффективность например рекламы так ну кажется что вопросов больше нету наверное тогда можем заканчивать еще раз всем спасибо за вопросы большое спасибо за внимание за то что пришли и Говорится, оставайтесь с нами, у нас будет еще много интересных вебинаров. Все, большое спасибо.